Утром деньги, вечером стулья. Некоторые ангарчане не считают нужным платить за потребляемые ресурсы, за что и поплатились. Ангарский водоканал накануне отключил от водоснабжения 3 дома в микрорайоне Северный. Общий долг собственника превысил 200 тысяч рублей. Внушительная сумма накопилась за несколько лет. Три адреса. По одному задолженность, которую сейчас отключаем, 62 тысячи. Второй адрес 31, а третий 150. Задолженность свыше 2 лет. Люди пользуются водой. Прописано 8 человек. Я думаю, проживает фактически, конечно, больше. Законодательством сегодня предусмотрена установка приборов учета. И вы знаете, что практически сегодня 80% многоквартирных домов и частного сектора оборудовали свои дома приборами учета, потому что это как минимум выгодно. В микрорайоне Северный расположено 1200 домов, в которых живут почти 3000 человек. Приборы учета имеют лишь 1/3 домохозяйств. А вот расход воды в частном секторе гораздо больше, чем в многоквартирном доме. Теперь злостных неплательщиков водоканал будет отключать по решению суда.